3-4 октября в Барнауле пройдет 17-й региональный форум IT-трансформация. На нем соберутся эксперты разных сфер экономики, связанных с компьютерными технологиями. Помимо обсуждения насущных проблем отраслей, будут представлены интересные решения, в том числе от алтайских программистов. В этом году, уже сказали, что основными направлениями это будет информационная безопасность, современная IT-инфраструктура и работа IT, мифы и реалии. То есть каким образом, как это все работает. Я уверен, что в этом году получится тоже интересная дискуссионная работа внутри форума. Дискуссии ожидаются в интерактивном формате с применением тех же ботов для голосования. В целом будет отдельная площадка для разных обсуждений. Интереснейшие темы касаются идентификации физических лиц во всемирной паутине и проблем с передачей и обменом персональных данных при оказании услуг в интернете. Однако помимо разговоров будут и игры. Будут проводиться командно-штабные учения, которые будут давать какую-то ситуацию. Будет 4 команды собраны. Там ситуация: ваш сайт атаковали, там, или ваши данные, база данных скомпрометированы, ваши действия. И, соответственно, каждая команда будет вырабатывать уже организационно-административные действия, которые они, как управленцы, должны принять. Еще будет игра, где программистам предстоит отбиваться от хакерских атак другой команды. А в лаборатории идей можно будет представить свой IT-проект экспертам или возможным инвесторам. Все эти активности будут 3 октября, а уже 4-го организуют выездное заседание Совета торгово-промышленной палаты РФ. Оно будет посвящено теме безопасности объектов информационной инфраструктуры. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.